Всем привет, с вами Арксплю, и это ПВПшечка. ПВПшечка. Так, я чё подумал, короче, смотрите, мы сейчас играли ПВП до этого, и я делал постоянно рандом. Но, я предлагаю сделать по-другому. Вы напишите комментарий, сделать так или нет. Я предлагаю просто пикать всех героев по очереди, начиная с этого, и пошли-поехали, так, по всем героям. Вот так, пошли полоску, потом еще одну полоску, ну, ряд... Потом другой ряд и так далее. Плюс в том, что нам не будет попадаться повторно герой. У меня до этого попадаются постоянно, опять же, на рандоме. Поэтому у нас первый идет шейкер. Я пикаю шейкер, а вы напишите в комментарии, делать так или нет. Инвокер. Ну что же за говно-то? Инвокер. Давайте думать, короче, как убить инвокера. Конечно, его можно убить с прокаста, но нам нужно дожить до этого момента. Банку... Не знаю, он такой медленный, за рунами бегает. Банку. Самое главное не торопиться, не торопиться. Так. Можно купить стики, но вопрос, как он будет часто юзать скиллы, это очень сложный вопрос. Инвокеры абсолютно разные есть. Смотрите, у меня этот, моя кура любимая, резвится. Так, мы не будем практически фармить, он нам фармить не даст, будет нас дамажить много. Может это базилу замутить? Давайте замутим базилку. Ой, у нас нету регена. Ну ладно, потом куру позовем. А, кстати, да, смотрите, а я что-то до этого не думал, почему никто никогда не собирает базилу на лайн? Почему? На соло, мид? Ведь если мы врубим базилу, да, наши крипы будут сильнее, у них будет броня, это больше брони. Ну, сильнее в плане выживаемости, я имею в виду, у них будет дополнительная броня. Если подумать, то шейкер это великолепный пушер, да, то есть мы можем, в принципе, использовать базилу, чтобы пушить потихонечку лайн. То есть, чтобы наши крипы все время были дальше, например, здесь, почему бы и нет. На миду, в принципе, на миду соло мид это интересный вариант, давайте мы так и сделаем. Купим сразу, давайте, Хэрлинг Сайвы. Попробуем. Первый раз я сыграю соло мид. Кстати, до этого вот я играл с товарищем, да? Я играл там за Пуджа, он за СФшку. Я еще назвал, как меня обоссали. О, какой он наглый, а, смотрите. Прям уже заходит. И вот, а что я хотел сказать-то? А, да, что я играю PvP, именно PvP, не в саму доту, а именно PvP неделю. Неделю. До этого мне... До этого я, конечно же, пробовал играть в первой доте, но это было очень мало. То есть, мне никогда это не привлекало. Ну, это формат не привлекал меня никогда. Вообще, больше говорю, чем играю. Все. А товарищ, которому мы играли, нифига ты наглый чмо. Ну, давай, параша, пошла отсюда, шмара. Он играет 9 лет. 9 лет он играет именно в PvP. И, естественно, там я проиграл заслуженно, я считаю. Все очень просто. Есть профессионалы, а есть непрофессионалы. Понимаете? Как тебе, крипы мои? А что можно делать? Можно еще собрать кучу этих аур. Реально вообще собрать кучу аур? Омника собрать. Нет, у мата... Если будет попадаться нам хороший герой, потом, если мы будем по очереди собирать, будет вообще уматно. Всякие там омники. У меня за омника было бы интересно поиграть с его аурой. Смотрите, а ему больно. Опа. Так. Мы всегда успеем купить, короче, стики. Сейчас посмотрим, как он будет часто юзать. Ах ты, псина тупая. Сколько у нас маны? Так, 190, это стоит 140. Фига он даун наглый. Ну лови чему, давай, лови. Как тебе? Вкусненько, а? Вкусненько говно. Опа, крипок, мой крипок. Так, опасно, опасно, поставляюсь. Так, осторожно, осторожно. В принципе, сейчас бы он мог меня убить, конечно же, сделать микростан и так далее, бла-бла-бла. Надо подумать, что же нам делать дальше. Ладно, я заговорился, короче, про прошлую игру. Давайте мы будем жить этим моментом. Что будем делать дальше мы? Соуринг, о чем я думаю? Соуринг, давайте соберем. Великолепный арт, шикарно вообще зайдет.
Собираем Soul Ring. Вот именно для пуша это вообще топовый арт. Для пуша. На, говно. О, тихо, тихо, тихо. О, давай, говно, давай, давай. Ну почему? Ну вышка, ну как же так? Ну, 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 ну. Шмара тупая, а. Ну давай, 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 братюня, давай же, ну добей это говно. О, хорош. А, живи. Все покупаем. Кстати, он может сейчас санстрайк кинуть. Так, тихо, подождите, подождите. Санстрайк кинет, да? Он, в принципе, кидал уже. Нормально, я жив. Тихо, подожди, подожди. Рано радоваться, у него есть санстрайк, я думаю, сейчас будет. Хотя будет сложновато прочитать, поэтому так, мы купили это, сразу покупаем ТП, давайте, сразу купим тогда. Закупаемся по максимуму, если нас сейчас убьют. Это купим тогда. И еще раз это. Нормально. Ха-ха, ну как-то так, да-да-да-да. Был... Не было элемента удачи, не было, все было рассчитано до мелочей. Все такое санстрайк. Ну, даже если есть санстрайк, у него он очень слабенький. Можно купить варды, хотя смысл. Тварь тупо. А давайте мы купим что-нибудь на силу. Вот так вот. О, подождите, а сколько денег? Нет, мало. На, псина. Как тебе, нормалек? И что дальше? Ну давай, идем по ВП. Опа! О, так он меня фидит, что ли? Не забывайте, что мы играем первый раз этим. С базилкой. Я еще никогда не играл именно соло мид с базилкой. На, говно. Сейчас по КД будем кидать. Сейчас будем кидать по КДшечка. Все, переставляем наш этот... Soul Ring. И сейчас будем просто через Soul Ring спамить первым скиллом. На, псина обоссанная. Как же я хочу его убить. Так, нам бы что-нибудь на ману собрать. Очень мало маны, очень мало. Давайте тогда позовем Куру. Вдруг я приготовлюсь и буду делать ульту. Soul Ring нам не хватит, видите, на первый скилл, на ульту сразу. Так. А, можно было бы купить, в принципе, варды в центре вардс. Центрики, чтобы, короче, полить инвиз этого дауна. Кто-то ушел. Говорим, что инвокер ушел. Хотя я играю соло как даун. Ну ладно, что ж поделать. Где моя куропатка? А вот она, все уже, да? Ну давайте, наверное, все-таки отрегенимся. Посчитаем ману 145. 300 надо. Тракториста. Ну я сейчас заюзаю этот Soul Ring, нормально будет. Очень странно, что он ушел. Очень странно. Поэтому мы сделаем вот так. И вот так. Тихо-тихо. Да-да-да-да, говно, да. Ну давай! На, пёс! На, е-е-е-е! Изи-бризи! Изи-бризи! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Нормально. Заслуженная победа. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.